Всем большой-большой привет! Сегодня хочу вам показать очередной набор Knit Pro серии Mindful, и называется он Kindness, что в переводе означает доброта. Так, давайте его откроем, посмотрим. Такой вот чехольчик будет, он упакован. Такой вот мешочек, он из хлопка там или из льна, ну, то есть такой натуральный материал, прям максимально натуральный. Вот, аккуратно тоже прошит. Здесь специальный такой вот мешочек, который затягивает. Ну, то есть можно либо набор в нем хранить, либо там моточек какой-нибудь. Ну, в общем, вам в любом случае этот мешочек пригодится. Вот, в нем будет вот такой вот набор в чехле. Все здесь в цвет. Упаковка сделана здесь такой вот мятный и сверху такой бежевый. И вот такой вот круг мандала. Вот. А, открываем. Сейчас посмотрим, что здесь внутри. Так, это у нас спицы укороченные. Так, также еще в комплекте здесь шла книжечка вот такая про эту серию. Здесь и спицы представлены, и наборы все описаны, рассказаны, и всякие разные аксессуары, которые выпущены под этим брендом за последние полгода. Вот такая вот. И вот такая вот еще брошюрка. Сейчас ее разверну. Вот. Здесь разные упражнения для растяжки, успокоения. Ну, в общем, думаю, тоже пригодится. Так, и у нас с вами набор доброта. Сейчас мы его вот в этой книжечке даже найдем. Вот он. Этот сет. Здесь, смотрите, укороченные спицы, номера 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6. И лески тоже короткие должны быть, по идее. Так, сейчас мы найдем. Здесь, по идее, должно написано быть. Но почему-то нет. Сейчас посмотрю, что здесь за лески по длине. Если что, напишу в описании, если здесь найду. Так. Спицы короткие, повторюсь. Давайте одни открою. Вернее, я вытащу, покажу. Вот такие вот укороченные металлические спицы. Гладкие, с гравировочкой, с названием и с размером. Вот так выглядит соединительная часть. Вот такой кончик. Кончик достаточно острый, но, в принципе, он не такой колкий, вот как у чагу, но и не тупой, как бывает. То есть такие вполне себе в меру острые. Вот еще есть такой мешочек. В мешочке все дополнительные аксессуары к спицам. Здесь у нас лески, как я сказала, здесь короткие лески. Вот они. Здесь, скорее всего, 20 сантиметров, я так предполагаю. Вот она, ну, прям короткая для шапок. И 35 сантиметров, более длинные. Но вы можете докупить лески, которые потребуются, то есть более длинные, если нужны будут. Лески здесь, смотрите, поворотные. Это значит, что вот так вот крутится вокруг своей оси сам патрон. Ну, либо можете вращать еще леску. Это также дополнительно облегчает процесс вязания, потому что не будет закручиваться вязание. Леска также вполне мягкая. Показываю, что у нее эффекта памяти нет. То есть она более гибкая. Тоже вязать будет очень ей удобно. И вот такой здесь линейка есть для измерения размера спиц. И должны быть еще, по идее, маркеры. Но, да, есть, смотрите, маркеры. Из двух, даже трех видов, они под разные размеры спиц. Сейчас вот еще покажу. Так, вот есть в виде булавок и есть в виде вот таких вот кругляшочков. Тоже на спицу одевать. Либо вот такими вот побольше, это для большего размера. И вот такие в виде тоже завитушек таких. Так, это вот что касается маркеров. Дальше тут две вот такие иглы. Это для выполнения трикотажных швов, заправления ниток. И вот в таком еще тоже милейшем мешочке есть заглушки. Заглушки вот так выглядят. На леску накручиваются. Так, сейчас я вам закручу, покажу, как выглядят эти спицы в собранном виде. Давайте возьмем, не знаю, ну, короткие, например, леску. Короткие спицы как раз для шапки. Так вот все соединяется. Соединяется очень легко. Зазоров не образовывается. Так, сейчас. Так, вот. Все закрыто.
постели. Получилась вот такая вот красота. Повторюсь, мягкое, прочное. Соединение вообще не чувствуется. Все прокручивается. Вот видите, вокруг оси. Леска также будет в процессе работы вот так крутиться. Вот, все мягкое. Здесь прям ничего не чувствуется. Нитка нигде не сможет застрять. Поэтому вязать будет крайне удобно. Так, вот такой набор у нас в наличии. Ставлю вам ссылочку в описании на сайт. Также наши каналы в Телеграме, ВКонтакте, в Инстаграме. Смотрите, там тоже много всего про вязание. Также у нас очень много разных аксессуаров. Вот этих вот Книпро серии Mindful. Есть и круговые спицы, есть чулочные, есть отдельно съемные. Есть разные лески разной длины, можно вот докупать. Ну, то есть, если вы, например, приобретаете вот такой набор с коротким короткими спицами, да, и с маленьким набором лесок, вы можете дополнительно купить лески нужной длины, ну, там, не знаю, 120-94 сантиметра, смотря под какие цели. Вот, также у нас вся продукция практически спиц представлена на Озон, также ссылочку вам оставлю в описании. Если удобно, заказывайте там, там можно будет еще и из удобного пункта выдачи забрать. Так что всем спасибо за внимание, всем пока!